Привет! С вами снова повар от Бога. И вы даже не догадываетесь, как будет вкусно сегодня. Сегодня форелька по-итальянски в белом вине. Итак, что нам для этого надо? Вот такая чудесная форелька. Я почистила, и она уже как промокнула полотенцем. Два помидора, вот такой прекрасный порей, шампиньоны, приправка прованские травы, соль, перец и, конечно же, вино. Итак, начинаем готовить. Подготовила форму, и теперь первое, что нам надо сделать, отделить шкурку от помидор. Для этого я нагрела воду, делаю такие вот разрезики и опущу в горячую воду. Теперь берем каждую рыбку, солим и перчим. Итак, рыбка, так, сюда соль в брюшки и вот так вот натираем солькой. И в брюшко мы приправку. Так, в каждое брюшко нам еще надо положить по кусочку сливочного масла. Так, теперь мы обжарим порей на сливочном масле. Чуть-чуть, много не надо обжаривать. Так, когда чуть-чуть обжарится лучок, мы добавим томаты. Томаты я мелко резать не буду. Если у вас есть баклажан, кабачок, то можно тоже использовать, и будет очень вкусно. У меня шампиньоны, и я так подумала, что этого будет достаточно. Так, смотрите, и теперь я сюда добавляю томаты. Шампиньоны я обжаривать не буду, я их помою, уже помыла, и прямо таким вот образом кину в рыбу. Так, и теперь я выложу вот это все на нашу рыбку. Вот таким вот образом. Теперь мы берем так. Я еще хотела поперчить. Это все дело. Перчик дает свой необыкновенный аромат. Так, и теперь мы добавляем вино. Уйдет где-то полбутылки. Так. Детям пить вино противопоказано, так что я вино использую только в готовке. Так, и сверху мы закрываем фольгой. Фольгой.
и отправляем в духовку на... Она у меня включена на 180 градусов. И отправляем, ну, минут 20. Как по моей духовке, то это минут 20. Понравилось? Подписывайтесь, оставляйте комментарии, желательно присылайте свои рецепты. Жду от вас лайков. Наслаждайтесь вкусной едой. Всегда ваша, повар от Бога.